Мастер-классы по декорированию пасхальных яиц состоятся в эту субботу на праздничной ярмарке. Она проходит в новом выставочном центре, расположенном в микрорайоне Северо-Восток. В краевом правительстве рассказали, что принять участие в мастер-классах смогут и дети, и взрослые. Подобные ярмарки проходят на Камчатке уже третий год подряд. Их проведение стало доброй традицией. Во-первых, населению края представлен большой ассортимент продукции именно производителей, камчатских производителей. Качество нашей продукции оценено и гостями Камчатского края, и населением Камчатского края. Она представлена в большом ассортименте. Это и яйцо, это и пасхальная выпечка, это и рыба, это и мясо птицы и свиней. В краевом правительстве добавили, что добраться до нового выставочного центра, расположенного в здании бывшего автосалона Nissan, можно как на личном транспорте, так и на специальных автобусах. Они курсируют по маршруту краевая библиотека АЗС Лукашевского, Северо-Восток. Работать пасхальная ярмарка будет в субботу с 10 утра до 6 часов вечера.